Здорово, ребята! Сегодня 23 февраля, всех причастных с праздником. Вчера вечером доехал я на вот эту точку, куда я сейчас пришел. Посмотрел ледовую обстановку, закрая не было, поэтому сегодня я здесь, на воде. Походим, побродим, надеюсь, половим окуня, а ловить буду на микруху. Новая для меня палочка, сейчас спущусь, привяжусь и представлю вам ее. Приятного просмотра! Вдалеке уже вижу трех спиннингистов. И он в воде лазит. Кто-то с металлоискателем. Штук 7 уже лодок промчало. Выходной, праздник. А вот и наш новичок. Это Blaze 2 от Nord Stream. 632 длина, 1,91 м. Тест от 0 до 5 грамм. По нитке 3,5 либра. Нитка, кстати, у нас 0,3. Яматоя. PE Light, наверное. И такой вот сегодня будет у меня комплектик. Вот такой баланс мы получаем, повесив на спиннинг весом 80 грамм, катушку весом 180 грамм. Ровно над бортиком шпули. Хорошая развесовка получается. Давайте ловить. А ловить я предлагаю начать с 2 грамм. Есть у меня готовый монтажик уже. 2 грамма, крючок 10 номера. CF. Груз. Не вольфрам, обычный свинец. И Polaris 1,6. Здесь начнем. Так, первый заброс. Мелкий окунь с первого заброса. Палочку разрыбил. Да, вот как-то так. Как-то так. Да, насколько я понял, серия Blaze предназначена для ловли достаточно крупной рыбы на небольшие приманочки. На ту же самую микруху вот. Здесь вполне мощный, достаточно мощный комель. И да, снова рыба. И мягкая вершинка. В данном случае вклейка. На более старших моделях я не знаю. Табулярки там есть ли. А здесь вклейка. И, повторюсь, мощный жесткий комель. Тоже вторая генерация, Blaze 2. Надеюсь, кого-нибудь крупненького сегодня удастся зацепить. Ух ты! Как-то не понял я, почему рыба на поверхности сразу оказалась после поклевки. Но это окунь. Это снова окунь. Откалываются льдинки вот здесь вот. Блин, опять рыба. Поклевка нападения происходит. И окунь такой весь хороший. И окунь-то такой весь хороший получается у нас сегодня здесь. Сейчас зацеплю за льдину стопудово. Да. Свалилась, походу. Монтаж с нее. И тут же поклевина. Так.
окунь, это просто льдина. Будем тащить и окуня, и льдину. О, обрыв. А, нет. Лишь свалился окунь. Лишь свалился окунь. Пока писал сообщение в чат, эту хрень зацепил. Со дна речного. Кольцо какое-то там. Есть. Есть. Это помелче. Пока, наверное, двойная куневая. Глиз, глиз, глиз. Спим в розницу. В розницу около 5500, насколько я помню. Но могу ошибаться. Да, сейчас лучшее время для ловли окуня. Обожаю ловить его с конца февраля, где-то до начала апреля. По кайфу. Вот это окунь. Здесь он есть, здесь он есть. Дружище уже покрупнее. Спасибо ему. А мы продолжаем. Совсем мелкий. Ну, не совсем, но ну, какой яркий. Уже желтизну отдает. Привет. Серафим. Саня. Смотрю вас. А. Ну что, как, окушки? Да, да, небольшие он клюет. Вот что значит выходной. Любителей рыбалки сколько. Респект и уважуха. Не продавливают диван. Отдыхают на свежем воздухе.
поприятнее, но без поклевки. Чуть сместился, теперь поклевка. Это рыба. Я думал, какая-то веточка. Вообще поклевок нет уже. Я тут даже никакого касания не сделал. Просто подплыл, открыл рот, и я, видать, его зацепил за губищу. Я его не видел. Я думаю, он вон там. Да, там кто-то есть. Двое. Блин, перестал клевать. Серьезно. Минут 20 уже. Еле-еле маленькие прищипы. И причем на берегу вон двое стоят. На том берегу. Где это? А вот ты скидывал, что тебя поймали. Ну, я думаю, там. Вот. Народу как в Москве. Выходной, считай. Все повылазили. Свалился. Вообще поклевок нету. Катается. Меня или катается, да. Чё, скорость? Она вот... Скорее бы. Да, я думаю, на следующей неделе уже может там нормально быть. Блин, я думал, бель, это шнур у тебя. Там я вот смотрел, что-то прям поймал. На одном месте прям крутилось. Сейчас была нормальная поклевка уже, как в начале рыбалки. Да, выбросил почти. Уже, кстати, другой цвет, не фиолетовый. Мастерство. Мастерство вечером не пропьешь. Пятерочка. Ну, не вольфрам. Но у меня два сразу поклевания. Ага. Одинаковых.
хотя бы прищип не начались, не просто виснет. У тебя как клюнул? А? С поклевкой? Да. У тебя хвостик перекрутился. Слабенькая, да, наверное, поправить. Стащил его. Дай слушать, кину разочек. Может, пока моим плавить, хочу аргументом попробовать. Это двинуться, да? Да. Сейчас. 82-й. Да, 11-78. На тот берег, да. А сколько стоит грамм? 8 грамм. Это что? Это? Хардкор, да? Нет, Яматоя. А, 0.3. Ни хрена себе. Взял палочку. Я у него видишь, да, выкладывал. Я что-то не помню. Судак, что ли? Да, блин, там хорошая рыба. На твою приманку. Да? Да. Соревнования у нас тут дублинские проходят. Вот, да, что-то.
затих воды. Пора домой. Привет.